Россия теряет привлекательность для трудовых мигрантов. Исходя из предварительных оценок РАНХИКС, миграционный прирост российского населения за минувший год составит не более 120-130 тысяч человек. Цифра уже не покрывает естественную убыль населения в стране и, вероятно, станет рекордно низкой за весь постсоветский период. В конце осени президент России утвердил новую версию миграционной политики до 2025 года, рассчитывая улучшить ситуацию путем создания четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства. Ведь в 2017 году четверть из приблизительно 4 миллиона мигрантов оказалась причиной приезда на работу по найму. Не имели незаконных, иначе говоря, подтвержденных всеми документами оснований. Однако последние годы мигранты все чаще покидают Россию без дополнительного административного воздействия. В результате уже не ясно, что является для нашей страны большей проблемой – бесконтрольный наплыв приезжих или их отток. Но вот с одной стороны, в мигрантах весьма нуждается российский рынок труда. Демографы говорят о нарастающей нехватке молодых кадров, которую становится все труднее восполнять. А долговременная миграция позволяет сглаживать эти потери даже в регионах. Впрочем, есть и другая сторона вопроса, когда жители России не могут рассчитывать на конкурентоспособную зарплату, ведь есть мигранты, которые берутся за ту же работу за более скромное вознаграждение. Какова сегодня ситуация в нашем регионе? Насколько наш край нуждается в мигрантах? Как контролируется их пребывание здесь? Эти и другие вопросы адресуем нашему гостю в студии, Алексея Саренков, заместитель начальника отдела трудовой миграции Комитета по труду и занятости правительства Хабаровского края. Алексей Александрович, доброе утро. Доброе утро. Откуда трудовые мигранты приезжают в наш край? Откуда их больше всего приезжает? Ну, география привлечения достаточно широкая. Если мы будем говорить именно о трудовых мигрантах, то стоит отметить, что миграция у нас, внешняя миграция, подразделяется на две категории. Первая – это специалисты, которых работодатели привлекают визовым порядком из стран дальнего зарубежья, таких как Китай, Вьетнам, Малайзия, Португалия, Филиппины и так далее. Вторая категория – это иностранные граждане, которые въезжают в край в безвизовом режиме. Это, конечно, в первую очередь страны Средней Азии, Таджикистан, Узбекистан. Да, но вот португальцев как-то я особо в Хабаровском крае не встречал, а в основном как-то представители вот стран бывших братских республик. То есть, соответственно, потребность больше в рабочих специальностях у нас идет? Потребность идет совершенно по совершенно различным специальностям. То есть это и рабочие специальности, и инженерный персонал, и руководители организации с иностранным участием. То есть вот, еще раз говорю, достаточно широкий такой спектр профессий, по которым требуются у нас трудовые мигранты. А на какие должности претендуют мигранты? Вот, как я уже сказал, это рабочий персонал, это и бетонщики, и каменщики, и инженеры различных категорий. Но вообще, насколько велика потребность, в принципе, в нашем регионе? Ну вот на сегодняшний день у нас определена потребность, квота Хабаровскому краю определена в количестве 8300 человек. Но в течение года этот показатель может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Ну вот сами мигранты и представители общин, которые помогают им устроиться, отмечают, что многие иностранные работники возвращаются на родину или же переходят в нелегальный режим. Вот в связи с этим не возникнет ли дефицит рабочей силы вот в таких традиционных областях, да, для мигрантов? Ну, во-первых, дефицит рабочей силы наблюдается уже сейчас у нас во всех отраслях практической экономики. То есть сложно сказать, что есть какая-то специфическая отрасль, в которой работают именно мигранты у нас вот конкретно, да. Именно поэтому в крае реализуется сейчас ряд мер, направленных на сокращение этого кадрового дефицита. Это и привлечение иностранной рабочей силы, и программа переселения соотечественников из-за рубежа, и программа трудовой мобильности, в рамках которой у нас привлекаются граждане из других регионов Российской Федерации. Вот таким образом. Ну, опасность, конечно, существует, да. Но, может быть, это все-таки хорошо для тех, кто родился здесь и ищет работу? Вот освобождение таких мест. В какой-то степени да, но тут речь опять идет, что вот сегодня у нас мы не покрываем кадровый дефицит за счет местных трудовых ресурсов. Но при этом при всем хотелось бы уточнить, вот имеют ли приоритет наши граждане перед иностранцами при трудоустройстве? Да, безусловно. В первую очередь трудоустройство ориентировано на российских граждан. То есть каким образом все это происходит? Работодатели подают в центр занятости вакансии не менее чем за месяц до привлечения иностранных работников. Центр занятости прорабатывает уже вопрос по трудоустройству безработных. Но мы все равно видим, что сейчас иностранцев довольно много, и это видно невооруженным глазом. Они приезжают. Насколько часто процедура ассимиляции, когда они получают российское гражданство и становятся полноценными гражданами? Но если мы будем говорить, скажем, о тех работниках, которые прибывают сюда по визовому режиму, они отрабатывают здесь вот год. То есть заключение, разрешение на работу выдается на год. После этого они возвращаются на родину. Далее либо они приезжают сюда
На дальнейший период, да, какой-то трудовой деятельности. Вот. Если говорить вот об ассимиляции, наверное, стоит взять для примера программу переселения соотечественников из-за рубежа. К нам она действует с 2007 года, за этот период у нас более 12 тысяч человек приехало. Ну, судя по тому, что уезжает достаточно небольшой процент у нас числа прибывших, основная часть остается в крае, так или иначе адаптируются, обустраиваются, соответственно, ассимилируются. Но при этом при всем они ведь имеют право продлевать вот эту рабочую визу, потому что, судя по тем очередям, которые у нас бывают периодически возле иммиграционного центра, там, когда полиция даже выставляет ограждение, очень даже востребовано здесь продлевать документы. Но это очереди на получение разрешения на временное проживание. Это вот документ, который определяет статус пребывания на территории Хабаровского края, на территории Российской Федерации. Как сегодня вообще контролируется статус мигрантов? Ну вот, если мы говорим о документе, да, который, на основании которого они здесь прибывают, это либо разрешение на работу для визовиков, либо патент на работу для тех, кто прибывает без визы, либо разрешение на временное проживание. Вот с разрешением на временное проживание. Если патент, если вы говорите о патенте, патент выдается на какую-то определенную профессию, то есть вот человек получает, там, скажем, бетонщик, он может работать только бетонщиком. Если он получает РВП, разрешение на временное проживание, а тут у него простора, конечно, для трудоустройства больше. А существует ли сейчас какой-то приоритет по приему граждан на работу? То есть в первую очередь, например, мигранты, а уже потом те, кто живут здесь? В первую очередь российские граждане. Ну, это самое главное, да. Потому что хотелось бы, чтобы те, у кого есть российский паспорт, имели приоритет при трудоустройстве. Безусловно. Безусловно, приоритет имеется. Алексей Александрович, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Действительно, напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был Алексей Саренков, заместитель начальника отдела трудовой миграции Комитета по труду и занятости правительства Хабаровского края.